Североказахстанские волонтеры приняли участие в Центральноазиатском форуме, который собрал сотни добровольцев из 10 областей страны и 6 республик Центральной Азии. На площадке форума в Боровом приняла участие Марина Бородина. Активистка из молодежного ресурсного центра занимается волонтерством по направлению экология не один год. Мы поговорили со многими приглашенными гостями, которые уже много лет занимаются волонтерской деятельностью в разных сферах, как экология, так и социальное, инклюзивное образование. К примеру, в Актюбинской области именно у них проект «Дыши», где они занимаются высадкой деревьев и уделяют этому огромный вклад. Поэтому мы некоторые моменты подчеркнули для себя, чтобы принести именно в наши регионы, рассказать о них и, может, что-то, какие-то проекты запустить. Всего от нашей области на форум отправились 15 волонтеров, работающих по разным направлениям. Дамир Абдин побывал на площадке в Нур-Султане. Молодой человек занимается поиском без вести пропавших людей. Только в этом году они выходили на поиски более 40 раз. Говорит, что такой обмен опытом очень важен для добровольцев. Алмата. Они вот рассказали вот про поиски свои, у них оборудование вот этого все есть. Они полностью подготовлены. Так, у них рации, жилеты, фонари, вот это вот все есть, именно для поисков. А у нас есть, но у нас вот это вот не оборудованное, у нас полностью вот этого оборудования нету, что нам необходимо. Говорили про свои проекты, как они реализовывались, чего начинали, чего добились, каких успехов добились. Вот. И мы узнали все новое, также мы обменялись контактами. У них есть школа волонтеров, они обучаются в школе волонтеров. У нас, вот, допустим, в Петропавловске, у нас, к сожалению, школы волонтеров нету. Вот, но хотелось бы, чтобы у нас вот эта школа, она продвигалась. Первый Центральноазиатский форум волонтеров организован Министерством информации и общественного развития и направлен на поддержку провозглашения Международного года мобилизации волонтеров. Анастасия Кузнецова, Александр Янсен, МТРК.